из-за ссор, скандалов. Я часто ему говорила, что я ребят беру в жены, но что это его не смущало. И... Ну, пару раз он меня попытался потянуть за футболку, и я ему сказала. Я говорю, я не та шалава, которая у тебя была, шлюха, да, за которую ты меня воспринимаешь. Он постоянно, ты не поверишь, у моей жизни было мужчин меньше, чем пальцев на одной руке, да? Вот, и, ну, как бы это странно не звучало, я просто за долгие отношения, и я с Гусевым год уже, вот, и я думаю, что ты знаешь, что мы познакомились на годовщине свадьбы, его свадьбы, это ужасно, я никогда на годовщине своей свадьбы не пригласила ли у тёлку за мной его фотографироваться, и, чем это говорю, ну, к тому, что всё к этому шло, короче. Все к этому шло, я верила.